Чего нельзя прощать женщине? Сейчас перечислю 3 пункта и, как всегда, третий самый важный. Первый. Побег из отношений. Если девушка при каждой ссоре собирает вещи и пытается уйти, это чистая манипуляция. Здоровых отношений тут не будет. И в итоге или ты не остановишь, или она не вернется. Второе. Сравнение с бывшими. Если она говорит, что кто-то был лучше тебя или делал по-другому и было лучше, такие отношения ничем хорошим не кончатся. Ну и третье. Теперь переходим к самому важному пункту. Отсутствие эмпатии и поддержки. В любых отношениях жизненно важно чувствовать, что на тебя можно полагаться, что тебя понимают и поддерживают в трудные моменты. Отсутствие эмпатии и поддержки может оказаться даже более разрушительным, чем измена и ложь, поскольку она порождает чувство одиночества, изоляции даже внутри отношений. А что бы вы еще добавили в этот список?